Внимание! Данное видео не предназначено для просмотра людьми со слабой психикой, кормящих и беременных женщин и, в принципе, вообще никому нежелательно. Все, что будет дальше происходить, все, что вы дальше увидите, вы будете смотреть на свой страх и риск. Я не гарантирую ваше психическое здоровье. Я Коперник. Это Гульман 4. Погнали. Блять. Но. Бля. Слегка запутан, извините. Так, мы оказываемся. Где текстура? Я подожду, подожду. У меня, в принципе, время-то еще есть. Кофейку пока глотану. Я наконец-то отошел от прошлой серии. От криков по ночам. Мое психологическое здоровье более или менее восстанавливается. Не могу сказать, что оно восстановлено все 100%. Ядрить его в корень. Но ядрить его в корень надо играть. Ну кто тут смелый? Ну как кто тут такой смелый? Ну, нас встречает толпы гомосолдат, хрюки изо всех сторон. В принципе, я уже ничему не удивляюсь. Посмотрите на эти прекрасные лица. Дауна Ван Гога. Ну кто тут смелый? Дауна Сталлоне. Ядрить его в корень. Ну, единственный плюс здесь Сталлоне хотя бы нормального размера. Не такой, как в жизни. Вы же в курсе? Уберпласт? Че? Ну, кто тут смелый-то такой? Че, смелый такой, да? Уберпласт. Че, здесь типа трубопровод, что ли, собрались проложить? Я не совсем понимаю. По ходу дела. Трубопровод-то у вас дырявый, ребята. Его можно вон так вот... А! Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Вот она, блядь, братва нахуй наша. Давай. Чё, как, нет, броньки не дают? Ну ладно, окей. Так, больше ничего нет, да? Записка, я её видел. Опа! Доктор Джулиана Камински, 17 марта 2030 года. Сегодня несколько раз каменные двери опять поднимались ни с того ни с сего. Только чудом никто не пострадал. Я отказываюсь работать в таких условиях. Я связалась с главой охраны. Он обещал нас эвакуировать. Конец записи. То есть стоит дверям похлопать, и все, сразу археологи обсираются и... Да. Забыл. О, опять кто-то кокаин нюхает. И муха. Прикольно, прикольно. Надеюсь, вам слышны все эти тонкости игры. Ну кто тут смелый-то такой? Еп. Думают они тут, ага, меня на кукан присадить. Я сейчас вас сам тут всех, блядь, присажу на куканчик. Тихо, погнали. Вези меня, скакун. Е-ха. Прикольно. Круто. Ты что хрен значит, я так и не понимаю, ну ладно. Так, ничего. Брони, как всегда, нет. Прикольно. Вон он, артефакт, и ядрить его в корень, но я за ним не попрусь. Делать мне больше нехрена. За этим говном еще ходить. Он опять тут смывает сортир, слышите? Вот здесь записи не меняются, хотя может сходить до этого говна. Да и... Ну, может быть, нам какую-нибудь ачивку дадут в конце. Скачи, мой верный ящик! Блять, говорю, скачи, мой верный ящик! Извините, он не обуздан только что с прерий. А, понятно, все с тобой.
То есть, по мне, чувак отсюда целился с гранатометом. Да. Похоже на Мэдисона, разжиревшего слегка. Нет, это общее мнение об этих солдатах, об этой игре. Ой, чувак пропадает вообще. Прикольно, прикольно. Под подошвами моих мощных красных мокасин пропадают. Кто это такой по национальности, даже не могу сказать. Какой-то араб или... Ой. Ой, нихера. Больше похож на грек, если честно. Чуть-чуть слегка. Чпык. Привет. То есть здесь, по большому счету, можно было прямо так вот пропрыгать, да? Ну, какое-то время. Так, мне катастрофически не хватает... Заебись. Че это? А, я думал, кувал такой, значит, какое-нибудь типа потайное оружие. Это просто хренов забагованный. Кирке. Ну-ка, интересно, получится? Не. Не-не-не, она... Блин, получается. Прикольно, то есть можно... И так вот... Чё? Скилл тренировать в гульмане, то есть... О, видишь, отлетает. То она просто вверх подлетает, если по ней попадаешь, то она резко отлетает вперед. Вон она. Круто, круто. Гульман тренирует мой скилл. Так, я подумал, что гидроцикл, извините, человек. Ну кто тут смелый-то такой? Явно не он. Цветы здесь прикольно колбасят. Какой-то похоже на дикий наркотрип, хер его знает. Так, из ящика больше ничего не выпадает, зря, видимо... В Нормандии высадку поставил сложность. Ну да ладно, в принципе. Это не страшно. Ядрить его в корень. Ядрить его в корень. Ядрить их все в корень. Ну кто тут смелый-то такой? Так, знаешь, мне, пожалуй, придется все-таки прибегнуть к пушечке. Потому что с броней здесь совсем тяжело. Ну, в смысле, к пулемету. И уже с броней здесь совсем все тяжело. Ядрить его в корень. Тяжело и... Я не хочу откидываться и проходить заново хоть какого-нибудь... Ну кто тут смелый-то такой? Хоть какую-нибудь часть этих уровней. Потому что, ну это... Ядрить его в корень. Такое удовольствие себе. Так, брони вообще нет, отлично. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Это пидор. Нет, сука. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Напугать меня думал. Ну, Гульман, как я понимаю, сам жизни, что ли, регенит, да? У него уже 72 было, 55. К сожалению, да, вот такие трюки я здесь вынужден делать, потому что трава зеленая, жизнь у Гульмана зеленая и на уровне... Оу. На фоне травы не особо видно. Ядрить его в корень. Его жизни. Ну что, братва, будем Опа. Разбираться не по-детски. Ну, хоть патронов больше стало чуть-чуть. Не намного. Не намного. Так, надо броньки себе докупить. Максимальное количество или что-нибудь типа такого. Ну-ка. Есть по-прежнему, даже на этой сложности. Так, это что такое? Пистолет-пулемет, глушитель. Так, угу. До патрона. Давай, глушитель хочу. 3000 денег. Оплатить. Так. А где, блядь, мой глушитель? Стоп, я его уже оплатил, блядь. Где, блядь, мой глушитель? А, для пистолета-пулемета, пардоньте. О, нихуя себе пуколка, а? Надо все, конечно, тоже музель бы накрутить по-хорошему. Оп, где? Где пидор? Ну что тут смелый-то такой? Слышите этот звук? Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Как будто кто-то плюет микрофон. Так...
Или пердит тихонечко. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Так. Ваза в форме анальной затычки, как всегда, весела. Ваза весела, пизда. Ядрить его в корень. Ядрить тебя в корень. Так, где из этого говнолабиринта выход? Чё, ну, типа пока... смелый-то такой? Типа здесь пока всех не перебью, мне не дадут ну, покоя. Что, братва, будем разбираться не по-детски. Хорошо, что у меня хоть наушники хорошие, мне прекрасно слышно, кто откуда хрюкает. Ядрить его в корень. Я уже даже перестал обращать звуки на эти... на звуки от детского автоматика из детского мира, который делает. Так, это что? Рэмбо, блядь! Гульминатор, ёпта. Наш красный герой в розовых мокасинах. Ебать, у вас ракеты быстрые, чуваки. Ну кто тут смелый-то такой? Ой, нифига ты меткий. Ядрить его в корень. Еще и живучий. Оу, мне кажется, таким темпами отлететь быстро могу, кстати. У меня уже 50 жизней всего осталось. То есть мне за каждого противника дают по 5 жизней. А этот пес может откоцать у меня намного больше, то есть. За... вообще запросто как бы. Так, лучше пока автомат взять. Что это за... Доктор Джулиана Камински. Круто. 18 марта 2030 года. Сегодня не получилось эвакуироваться. Когда вертолет попытался сесть и опустился ниже уровня стен, его полозья ярко вспыхнули и раздался громкий хлопок. Полозья. Хорошо, что пилот вертолета не растерялся и поднял машину выше. Мы попробовали кидать камни вверх. И оказалось, над стенами возникло какое-то невидимое силовое поле, ничего не пропускающее через себя. Кидали. Видимо, поле активируется при закрытии дверей. Блядь. Хорошо еще, что поле не тренирует радио. Где-то через полчаса каменные двери опустились, и поле над стенами исчезло. Я снова вызвала вертолет. Конец записи. Че это вертолет не присел? Я давайте по нему камнями похерачим. Что это за микроскоп? Что там можно увидеть у него? Дайте-ка посмотрим. Что там видно? Видимо... где? Чё, где? Откуда? А, вон. Прям через... нихера, они прям через щель от микроскопа, блядь, простреливают. Ёбаные псы. Ну кто тут смелый-то там? Прикольно. Не, жизнь-то регенится у гульмана, видите? 50 и, в принципе, больше нет. Печалька, печалька. Зато броня есть. Так, 2400. Ничего мы не можем купить. 2400, естественно. Здесь что у нас? Чпык, чпык, чпык. Да, эта игра... ну, знаешь, она меня перестала удивлять, потому что, ну... я не знаю, чем уже меня можно удивить. Я сейчас бегаю, из трупов собираю деньги. Точнее, не деньги, а жизнь. Было у меня 50 жизней, теперь 75. Привет, артефакт. Так, а тут наверху, типа, что-то должно было интересно лежать, но им было лень допилить, да? Понятно, прикольно. Или здесь по-прежнему что-то лежит, а туда не запрыгнуть? Нет, конечно, можно, но я более чем уверен, что там ничего нет. Эта игра настолько хреново сделана, что надеяться на что-либо... и причем, знаете, эта игра сделана не по приколу. Эта игра сделана не по приколу, нифига. То есть человек реально, ну, имеет такую самооценку, такое самомнение. Как бы если вы... смотрели обзоры ранее на эту... на игру... чёрт, твою мать, сука, всегда очку! Идите нахуй, иди нахуй! Отлично, прям посреди перестрелки нас перебрасывают на катсцену. Так. Предупреждал вас не делать этого. Вы что, правда решили, что вам удастся спрятать от меня части? Что они, блядь, творят? Что это?
это, блядь, такое? Что? Что? Что это, мать твою? То есть я начал перестрелку с неожиданно выскочившими изо всех щелей скелетами, у которых трещат очки. Потом нас перекинуло на кат-сцену, где два ученых в халате А, сука. Так больше не делай. Где два ученых в халатах. Значит, в обычных халатах, блядь, из гостиницы разговаривали с каким-то ебаным сатанистом. Кто стреляет? Откуда стреляют? А, вот они. Полная пизда, братья. Накопилось, да? Понятно. Ну кто тут смелый-то такой? Хэдшот! Башка так прикольно отлетела. Ну им похуй. Не, на хедшоты, в принципе, пофигу, как я понимаю, да? То есть, и тут раздались выстрелы игрушечной автоматикой, эти ученые легли практически в бассейн, да? Отлично. Так, мне что-то разбаловали, аж 5 брони дали. Видимо, битва с боссом скоро будет. 10 брони дали. Видимо, какой-то пиздец скоро начнется полный. Хотя пиздец начался полный, когда я впервые нажал на кнопку play и нажал на бандикаме кнопку записи. С этого момента понеслась череда боли, унижения, страдания, ненависти, злости к людям, коллегам на работе. Каким-то страшным кошмаром, от которых я иногда просыпаюсь и вскрикиваю. Потому что, это пиздец, это не трэш-игра. Ну, в смысле, человек, который ее делал, он действительно такого... Блять, надо было туда закрыть. А там ничего интересного нет, да? Там есть что-то. Что-то есть. Я опять тупанул, и вот... Вот ты мне не сказал, а я опять тупанул. А там что-то есть. Наверняка. Там наверняка что-то есть, так ведь? Нихуя не видно. Как у негров. В черноте. Так, там у нас ничего. А то есть у нас был вариант еще нихера вот так пропрыгать. Ради ебаного ни... Ради ебаного ничего, и там тоже пусто. Прикольно. Хорошо работаете, ребята. То есть ты типа сделал вид, что что-то упустил, но на самом деле ты нихуя не упустил, потому что там просто ничего нет. Там просто, сука, ничего. Нет, там пусто, блядь. Круто. Спасибо, разрабы. Спасибо, разрабы. Повсюду валяются эти... Не знаю, что это такое. Какие-то анальные затычки, походу. Что это такое? Или пеструны обрезаны наших людей. Включить фонарик. Зачем? Вот сейчас включу фонарик, смотри. Я включаю фонарик. Мне только что это посоветовали сделать, честно. Выключите фонарик. Охуенно. 3 секунды горения фонарика. Вот и весь геймплей. Это, блядь, просто сказочный долбоебизм. Это... Я не знаю, как это еще описать. А, блядь. Итак, я побился головой немного о стену и выгляжу, в принципе... Ну что, братва, будем разбираться, не подец? Давай, лети сюда. Это самая медленная ракета в моей жизни, блядь. Если бы они в жизни так летали, я хуй знает. Ну что, братва, будем разбираться, не побег. А вот на уровне Нормандии эта игра приобретает, знаешь, такую сложность неплохую. Ну что, братва, будем разбираться, не по-детски. Совсем неплохую сложность приобретает сия игра. Так, там ничего нет, естественно. Естественно. Да, ящики если разлетаются полностью рандомно, но хотя бы за это спасибо. Еще один противник здесь засел. Противный пидор. Ты где? Воу! Ну кто тут смелый-то такой? Кто? Ты смелый такой, а? Может, ты здесь такой смелый, а? Все, вспрыснул отсюда на смелый. Нашелся, блин, такой, а? Хе. Хе. Так, для пистолета-пулемета увеличенный магазин и для типа 17. Странно, это тип 17. Четыре тысячи денег и 4000 денег.
Так. Что я хочу? Я хочу... Ну, все-таки для автомата, наверное, да? Хотя нет. Для вот этой дреснины. По-моему, на ней намного быстрее заканчиваются патроны. Так, здесь... опять какое-то говно светится. Ну, судя по звуку, это газ прорвало, короче. Или это вечный, этот, какой, вечный огонь. А, нет, это просто звук левый был. Ну, ладно, пусть так будет. Так, так, 2, 3, 4, 5. Ага, 5 оружий. В том числе охуенные кулаки. Охуенные кулаки. О, о, о. Ядрить в корень. Слушай, автомат этих петучей выносит выстрел с пяти, а вот пистолет-пулемет с патронами, пистолета, как ни странно, с двух. Смотри, все. Кто тут смелый-то такой? Надо самая легкая озвучка автомата в мире, блядь. То есть, по мнению нашего автора, в принципе, автоматы так и звучат. Ядрить его в корень. О, секунду. Ну, как всегда. Закон подлости. Братва, будем разбираться не по-детски. Так. Ну, кись-кись. Ну, кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись. Ты где? Хочу! Ну, кто тут смелый-то такой? Так, 1600. Интересно, еще можно эту сложность повысить или нет, чтобы вообще, блядь, полностью очко раздирающее было? Оу! Ну что, братва, будем тихо. Разбираться не по-детски. Че, медленная ракета наша полетела? А, она не с той стороны. Сука, это пидор, плохо видно. 8 противников. Откуда стреляют? Вон, вижу. Так. Пащ-пащ. Пащ-пащ. Пащ-пащ-пащ. Пащ-пащ. Пыщ-пыщ. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Мне, кстати, тоже 2 выстрелов. Но здесь просто скорость стрельбы не такая высокая, кстати. У Сего автомат. Но тут есть прицел. Из него можно делать пыщ-пыщ на большом расстоянии. Допустим, вот. Пыщ-пыщ. Ну кто тут смелый-то такой? Пыщ-пыщ, пыщ-пыщ, пыщ-пыщ. Ну что, брат, твою мать! Вы видели, он так, сука, медленно выплыл. А тем более на фоне тех он казался настолько Он казался настолько гигантским, что просто обосраться. Знаешь, что я сразу вспомнил? А Сириус Сэм, может, помнит, играл в первого. А когда там какой-нибудь висящий внезапно наверху глаз подстреливаешь... Заебал кричать. Это какой-нибудь внезапный глаз, висящий наверху, подстреливаешь, и появляется какую-нибудь огромная жаба, какого попрыгун сраный-то, как он там, зеленый, ну, помните, знаете. Или наш гигантский безголовый камикадзе начинает на тебя бежать, потом охеренно сильно взрывается, разнося все в пух и прах. Пыщ. Пыщ. Такое чувство, что он наигран отлетел. Реально, блядь. Видимо, он учился у российской сборной по футболу, блядь. Имитировать. Ранение. Петучи. На своих миллиардокубовых байках за окном. Стоп, я не сюда же должен был идти, или сюда. Там, где... Подожди, это единственный выход отсюда? То есть мне казалось, что это еще где-то здесь выход, нет? И я сам себе наебал? А, нет. А, то есть он там до сих пор так и светится, да. Все, значит, я сам себе не наебал, просто... Если, видимо, что-то... Что-то как-то немножко посложнее. Прикольно. Охрененно, то есть это бугульма сделано для того, чтобы я просто зашел, нажал кнопку. Привет, чуваки. Знаешь, такое чувство, что я сижу в Орловском Полесье и так клещей опиздюляю. Или в Карелии где-нибудь. Или где-нибудь еще. Ну,
то есть вся эта бугульма была сделана просто ради того, чтобы выпустить на меня пятерых этих паучей. Паучи паучают, да. Это пиздец. Ребята, это пиздец. 2200, кстати, набрали. Тем временем... здесь по-любому есть какие-нибудь секреты, но я не думаю, что эти секреты будут увлекательные. Вообще. Не думаю, что они являются такими уж секретами прямо. Да, игра однообразна слегка. Ну, как сказать, слегка она... Вот она, блядь. Самая модная в мире ракета. На показе мод. Манать ты медленная. Давай, чувак, еще раз. Ядрить его в корень. Да, пока она, сука, летит, ее подстрелить можно из кулака. А, не, нельзя. Не подстреливается. Но летит она херена быстро. Здесь, видимо, со скоростью поработали плохо. Или наш гульман настолько быстр, что для него как... В матрице ракета пролетающая пролетает медленно. Ядрить его в корень. Все? Так быстро отъехали, чуваки. У меня же еще куча всего. У меня еще реально куча всего. А, очередная охуенная история от нашей бабены. Че, все? Наша бабена конь, что ли, двинула? Где, сука, где истории каждые 5 метров? От нее унылые. Типа потыкать палкой акулу. Там, не знаю, похлопать дверью, постучать по плечу дермодемону, который был в прошлой серии. Дверицу-то опять же ничего не куплю. Я не удивлюсь, если здесь будет либо артефакт, либо просто ящик с деньгами, в котором 500 денег, столько же, сколько и в артефакте. Ядрить его в корень. Да, после... Ладно, не важно. Не столь важно. Артефакт, да. Я не удивлен. Так, тем временем у нас 3400. Увеличенный патрон, точнее магазин на наш автомат мы можем, в принципе, взять, но он нам не уперся ни в одно место. Нет, не можем еще пока взять, он 4000 стоит. Опять охуенная территория с охуенными петучами. 9 противников, поехали. Так, подожди, только что же здесь один стоял. А, вот он. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Охуеть. Никаких наебок? Все? Все? А, прикольно. Это Пикассо. Получившийся от смешения кровей Дауны и Горбуньи. Ядрить его в корень. Зато наемники у них пиздато стреляют прям. Ну кто тут смелый-то такой? Да. Да. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Чё? Это бразильская версия Сталлоне. Ему только что по щекам нахлестали. Так, стопэ, не надо тут по мне. Ага, ага. Своих. Кто-то курлык-курлык делает. Один остался. Бедный противник. Ты же прекрасно понимаешь, что над тобой сейчас буду издеваться. Ты же прекрасно это понимаешь. Ты же знаешь такое издевательство. Над тобой, наверное, Ну кто тут смелый-то такой? Прикалывались в школе. За такую хорошую имитацию урона, падения и так далее. Ну, в принципе, знаешь, мы купили все, что только можно было. Осталось купить вот эту дресню, и вот это не нужно нахрен. Вот это не нужно нахрен. Вот это, в принципе, можно, а вот это, ну... Ну, нет, это не нужно. Это не нужно. Теперь у нас по 41 патрону во всех орудиях, в принципе, и... Как я понимаю... Близок уже конец. Но я предлагаю... досмотреть прохождение этого обдристанного шедевра в следующий раз, так как по прохождению этой игры у меня начинается отпуск, соответственно.
Даже чуть пораньше вы уже смотрите этот выпуск, я уже в отпуске, скорее всего, нахожусь. В творческом, так сказать. Мне нужна небольшая передышка после этой омерзительной игры. Ну, в любом случае, осенью будет веселей. Осенью будет веселей. Вот. В выпуске будет все так же выходить. Каждый день, ну или практически каждый день, там, 6 раз в неделю. То есть я их поставлю на выкладывание, соответственно. Много отснимал, много интересного, в принципе, ну, увидите, что будет. Ладно, ребята, с вами был Коперник, игра под названием Гульман 4, соответственно. Играйте в хорошие игры и не приближайтесь к подобным. Всего хорошего. Пока.